Русское географическое общество представляет. Полуостров на юге России в Краснодарском крае. Его омывают Азовское и Черное моря. Обрывистая береговая линия состоит из ракушечника и известняка. Много заливов, лиманов и грязевых вулканов. Он является одним из самых древних очагов цивилизации в Европе. В древности на полуострове обитали скифские племена, греки, гунны, хазары и черкесы. Кто из ученых сделал его первое подробное описание? И как он называется? –